Хей, Йога, с вами Шамики, и мы продолжаем проходить игру под названием Майнд. Окей. В прошлой серии мы с вами были в островах какие-то. Сложные, все в тумане было. Теперь мы в каком-то местном лесу. По лесу, я не знаю. Так, какие-то шестеренки. Часы. Вау. Оно появилось ниоткуда. Окей, пройдемся. Мысли. Окей. Так, значит, берем тебя. Оставляем снизу. Чтобы вернуть время вспять. Пройдем через часы. Не знаю, куда оно, конечно, меня приведет, но куда-то да должно привести. В ночь. Готово. Головоломки, головоломки, головоломки. Так, там портал. Хорошо, забираем тебя. Идем. Ага, у нас мост пропадает. Очередной лес. Снова деревья, как символично. Странно, что Таламус сразу не навел меня на мысль. На такое чудовищно огромное дерево тяжело не обратить внимания. Хотя, возможно, эти повторения случайны, но... Нет. Я знаю. Я знаю, что это не так. Я забрался на дерево и пережил цунами. София осталась на качелях. Я не помог ей залезть ко мне. Все случилось так быстро. Казалось, моргни я и не увидел бы, как жесткие волны поглощают ее хрупкое тельце. Я немного понимания. Так, мост мы отремонтировали. Так, здесь немного что запутано. Ладно. Меня кидает в лес. Чисто это у нас переход между этими двумя, да? Давайте ставлю тебя здесь. Вообще, да, все постройки получаются сломаты. Окей. Как же сложно понять. Ладно, не буду открывать портал. Мне нужно, короче, открыть его позже, чтоб я сначала прошел через те врата. То есть мне нужно схватить, пробежать сюда. Кинуть их здесь. Пробежать туда. Вопрос остается таким, как это все провернуть. О, легко.
Оказывается, легко. У меня было достаточно. Иначе я просто не в ту поставил, что оно просто быстро раскатилось. И отлично. Теперь все отлично. Там невидимых же не было, я надеюсь. Ну нафиг. Уж там невидимки были какие-то. Ну, когда ты мне телепортируешь? Так, я слышу воду. Или это листва? Да, это листва и вода. Это лед. Это у нас вообще лед. Так, вижу два шарика. Что будет, если я возьму два? Потому что у нас пропадает мост. Значит, один тут, один со мной идет. А. Ага. Но это не для меня. Да-да-да, типа в ловушку закрыли, ага. Конечно же. Слишком легко. Это очень легкая на самом головоломка. Поэтому мы так ее быстро и прошли. Лед. Все во льду. Вау. Здесь лед у нас ломается. Невидимые порталы. Окей. О, частички памяти. Я мог помочь ей, но не помог. Теперь это мой крест. Но ведь нас там и быть-то не должно было. В этом виноват мой хладнокровный ублюдок-отец. Но я так и не сказал ему этого. Я никогда не смел ему перечить. Ладно, идем дальше. Ну да, у нас, в принципе, есть мини-сюжетик, как он потерял сестру. И раззвуки. Это что за кристалл? Это, знаете, мне немного напоминает Skyrim. Там была где миссия, когда мы в звезду входили. Там еще Дейдра, но... Я иду по короткому. А! Типа ломается лед, светлее становится. Че вы хотите от меня? Крики детей. Это пугать. Вы пугать шемики. Так, соединение между мостами. Короче, мы теперь в ледяной какой-то терне. Окей, вижу еще один свет. О, частичка памяти. Снова увидеть дочь. Это было приятное воспоминание. По сравнению с моим отцом, я был счастливым папой. О да. Моя умница дочка, моя София, заперлась в шкафу. Он упал, и она оказалась в ловушке. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы уберечь ее от торнадо. Но об этом я узнал лишь много лет спустя. Лево, право, лево, право.
Право. Так, это вернуться обратно. Так, вижу шарик. Вижу шарик. Создаем утро. Так, отлично. Сейчас создадим. Ах ты. Умные, смотрите эти. Черт. Я не думаю, это они такие умные. Или умные. Так, ладно, пускай. Оп. Я не могу попасть так. Да, я не могу пройти, черт. Отпусти ты. Я пройти тоже не могу. Как мне это провернуть? Я не знаю теперь, что мне делать. Там просто создается портал. Кажется, я запорол, да, немного? Нихера себе! Вы видели? Паркур, паркур мастер! Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Не зря я играл в Майнкрафт много времени. Хе-хе-хе. Скорее всего, там как-то по-другому делать, но. Изи решение проблем. Так, кусочки памяти. Мой отец был на опознании. Я же больше никогда не видел свою сестру. Я знал, что люди умирают, но все еще верил, что если сильно-сильно пожелать... Каким же наивным я был. Многие годы я думал, что отец врет мне. Сестра жива, а он забрал ее у меня. Я не раз требовал вернуть ее, и ответом мне всегда была его ярость. Ладно, хотя бы не с самого начала. Скорее всего, я там мог перепрыгнуть. Поэтому я и перепрыгнул. А вот здесь что-то понятное. Чего-то непонятное. Так, вот это меня уже бесит. Меня бесит то, что он падает. Как быстро провернуть? Что, блядь? Ты проходишь их насквозь? Серьезно? Он проходит сквозь порталы насквозь. Классно. Классно. Охренеть. Да, охренеть. Я то думал... Эти порталы... Нельзя, что проходили эти. Оказывается, не. Оказывается, не. Вчера.
Через низ я бы не поднялся, слишком крутой пуск. Хотя хер его знает. Так, все, я иду к выходу. Я иду к выходу. Сложная головоломка на 15 минут. Ясно дело, что я могу обрежу ее. Это чё такое? Это что нахер такое? Огромная нога чья-то. Так мне нужно, чтобы он бил туда, где мне нужно. Что? Куда? Я туда пришел, что ли? Значит, мне туда нужно идти, да? Воу-воу-воу! Я вижу только там ворота, но мне походу куда-то туда нужно идти. А нет. А да, вон. Еще что-то. Мне нужны ноги сюда. Да, все работает. Так, еще нужно. Вот мне нужно его сюда, чтобы он ударил. Мне нужно вот сюда, где я стою. Вот чисто где я стою. Так, по идее, дверь должна быть здесь. О, отлично. Окей, какие-то огромные ноги. Огромянные вообще какие-то. Мне нужно бежать за листом.
Что это такое? Монат, что это такое огромное? Оно здоровенное. Кажись, оно меня сейчас грохнет. Нет. Мнать. Короче, какой-то здоровый мужиконь. Да не, я за красными уже не пойду. Все, идем за синий. Погнали за синий. И в один из этих порталов нужно бежать. Готово. Мы его схватили? Мы убили монстра. Что это вообще было за херня? Огромная херня. Воу. Неудивительно, что я сломал его в этом мире. Когда-то давно я уже делал это. Кажись, мы закончили с вами ледяную локацию. Можно шею, да, так назвать? Неудивительно, что он стал злобным алкашом, жалкой тенью из себя бывшего. Его дочь погибла. Ему пришлось опознавать ее останки, а после его сын, единственный ребенок, оставшийся в живых, постоянно обвинял его во лжи. Говорил, что она жива, обвинял в том, что он украл ее и спрятал. Наконец-то я понял, почему отец был так зол со мной. Так, ладно, запускаем. Чтобы он не скатывался вниз. И его будет отбрасывать. В принципе, можно на этом и закончить. Давайте я на этом закончу, поэтому... Мне нужно быстро пройти. И закончим. Да, у нас вообще что новенькое пошло, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.